Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня покажу украшения с янтарем. Будут позолоченные украшения в серебрении, белый янтарь, коньячного цвета, синий, зеленый. В общем, на любой вкус и цвет. В самом начале видео хочу напомнить, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я отвечаю в удобное для себя время. В телеграм-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. Вот такой вот комплектик с синим янтарем. Здесь позолоченное серебро. Фианиты есть дополнительные. Вот на верхней части сережечек и на колечке. Здесь синий янтарь. Сейчас скажу. В комментариях пишут, что не существует синего янтаря. Девочки, синий янтарь существует вообще в природе. Я уже не единожды говорила, что синий янтарь добывается в Доминикане. Он стоит, конечно же, очень-очень дорого. И наши ювелиры придумали такую вещь, что можно обычный, вот посмотрите сбоку, это обычный янтарь, он либо лимонного цвета, либо зеленого цвета. С обратной стороны подкрашивают лаком, специальный лак, который придает янтарю либо синий цвет, либо красный. То есть все зависит именно от нанесения цвета. И иногда бывает, что вообще сам весь янтарь подкрашивают, если он гретый. Серьги в данном случае без занижения штифта. 5,7 грамм весят серьги, 2500 рублей. Кольцо 19,5 размер, 2100 рублей. Очень такой легкий, воздушный комплект. Следующий комплект – это черный родий и коньячного цвета янтарь. Комплект с элементами золочения. Здесь очень хорошее занижение штифта. Такой восточный, очень такой нежный комплект. Так, 5,3 грамма весят серьги, 2240 рублей, кулон 950 рублей. Серьги с подвесной частью и янтарь, он отдельно, смотрите, он отдельно такой подвижный и в кулончике, и на серьгах. С обратной стороны он какой орнамент красивый. Очень такой нежный, красивый комплектик. Далее, следующий комплект позолоченное серебро и синий янтарь. Тоже очень-очень нежно это все выглядит. Такая сеточка, серебряная сеточка. 3,9 грамм весят серьги, 1900 рублей. Кольцо 1100 рублей, размеры 18,5 и 19. Здесь практически нет занижения штифта, такое небольшое, но очень много места для мочки. Садятся очень даже красивые эти серьги. Так, следующий комплект тоже позолоченное серебро, в данном случае белый янтарь. Так. Вот такой комплектик. 5,7 грамм весят серьги. 2500 рублей. Штифт здесь практически не занижен, но очень много места для мочки. И кольцо. Кольцо 18 размер, 1470 рублей. Позолоченное серебро. Так, следующий комплект. Белый янтарь. Здесь обычная классика, завальцованный янтарь.
аккуратненький комплектик. Серьги 1600 рублей, 3,3 грамма. Кольцо 1050 рублей, 18,5 размер. Штифт здесь не занижен. Хорошенький. Отдельно сережечки. Они мне очень сильно напоминают лимоны. Здесь такой дизайн очень интересный. Ну, правда, да, на лимон похоже. И цвет янтаря лимонный. 3,8 грамм весят серьги. 1840 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Такие прекрасные лимончики. Так, следующий комплект тоже белый янтарь. Здесь элементы золочения, фактурное серебро. Очень такой интересный, необычный комплект. 7,3 грамма весят серьги, 3000 рублей. Кольцо 17,5 размер, 2000 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Идеально сядут на мочку, такие объемные серьги. Закроют всю мочку, прокол. Так, следующий комплект — это ручная работа. Здесь спилы. Кто-то спилы говорит, называет, кто-то срезы. Такой вот комплектик. Здесь лимонная позолота. Очень красивый, яркий янтарь. Занижения штифта здесь нет. 7,7 грамм весят серьги, 6650 рублей. И кольцо 4400 рублей. Кольцо здесь разъемное. С обратной стороны тоже очень красиво выполнен комплект. Колечко разъемное. Очень много шинки, то есть можно разжать полноценно, либо сжать, подогнав по размеру. Следующее колечко отдельно, без сережечек, тоже срез янтаря, такой пейзажный красивый янтарь, 2860 рублей кольцо. Оно тоже разъемное, тоже обратите внимание, очень много шинки, то есть можно спокойно разжать, либо сжать. Так, следующий комплект. Также ручная работа. Здесь тоже спилы. Перепелиный янтарь. Черные родии с элементами золочения. Здесь лимонного цвета позолота. И, конечно, шикарнейший янтарь. Просто такой картина, да, созданная природой. Шикарный. Серьги 5800 рублей. Весят они 10,2 грамма. Кулон 2900 рублей. Кольцо 3000 рублей. Занижения штифта здесь нет. Так, кулон. Довольно-таки хорошее. Посмотрите, ушко на и на шнурочек, и на цепочку хорошо подойдет ушко и кольцо. Кольцо тоже разъемное. Вот оно. Его можно разжать, подогнать по размеру. Сейчас оно идет где-то на 17,5. Можно до 18,5 размера разжать. Ну, либо уже раскатать. То есть здесь шинка позволяет увеличить размер. Так, и, по-моему, у нас еще в магазине есть такой же комплектик с размером побольше. Так, далее. Комплект с коньячным янтарем. Янтарем коньячного цвета. Здесь уже покрытие серебрения. Такой комплектик в виде знака бесконечности. Здесь такое сердечко.
Серьги весят 4,9 грамм, 1960 рублей. Штифт занижен буквально на пару миллиметров. Очень аккуратный комплектик на каждый день. Идеальный вариант. 18,5 размер колечко, 980 рублей. Так, отдельно сережечки. Очень такие хорошенькие, милые сережечки, ромбики. Хорошее занижение штифта, здесь уже родированное серебро. 3,5 грамма весят серьги, 1600 рублей. Серьги одни, без кольца, без кулона. Так, сережечки-шарики синего цвета, янтарь синего цвета. Здесь нет занижения штифта, но очень красивый цвет. 3,7 грамм весят серьги, 1900 рублей. Позолоченное серебро. Позолота цвет обычного российского золота. Еще одни сережечки, тоже позолоченное серебро. Чеканку напоминают эти серьги. Очень они выполнены красиво, да? Хорошее здесь занижение штифта. Серьги весят 9,7 грамм, 3250 рублей. Нижняя часть подвесная, она подвижная. Вот. Яркие. Серьги очень яркие. Так, следующий комплектик. Такой веселый. Интересный комплектик. Это вот такие вот чайнички. Смотрите, как красиво. Такой восточный, наверное, комплектик, да? Белый янтарь, позолоченное серебро. Очень хорошее здесь занижение штифта в серьгах. 5,3 грамма весят серьги, 2300 рублей. Кольцо, ой, простите, подвеска. Подвеска 1600 рублей. Такой же комплект. Такой же комплект, но здесь уже серебрение. Серебрение, то есть серебро 925 пробы покрывают чистым серебром 999 пробы для придания серебру яркого красивого цвета. Потому что обычное серебро, оно такое темно-серое, не всегда, не все хотят носить именно темно-серые, темно-серые украшения. Оксидирование – это немножечко другое. Люди понимают, не всегда понимают, думают, что оксидирование – это обычное серебро. Нет, оксидирование – это чернение, то есть придают серебру именно такой темный цвет. Это совершенно другое. 5,3 грамма весят серьги, 2240 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Кулон 1600 рублей. Тоже очень хорошенький такой веселый комплектик. Так, комплект бабочки. Здесь кулончик и сережечки. Белый янтарь. Серьги весят 4,3 грамма, 1600 рублей. Кулон 840 рублей. Здесь также хорошее занижение штифта, аккуратненькие серьги. Мне кажется, на подарок такие украшения очень такой хороший вариант, учитывая стоимость на сегодняшний день. Так, далее. Кошечки. Вот такие вот кошечки, котятки. Веселенькие. 3,4 грамма они весят, 1400 рублей. Хорошенькие янтарные кошечки. Следующий комплект. Здесь комплект с пусеты. Серьги-пусетики. Замочек обычный, барашек. 1920 рублей пусеты. Весят они 4,3 грамма. Здесь очень хорошее и занижение. Объемные. Идеально они садятся на мочку, смотрятся очень даже стильно и лаконично.
Так, 18 размер кольцо 2000 рублей. При желании можно увеличить либо уменьшить размер колечка. Хорошенький комплектик. Следующий комплект один из моих любимых. Здесь такой интересный дизайн, интересная работа дизайнерская. Такие вот столбики, сеточки и внутри янтарные шарики, кулон и серьги. Здесь очень хорошее занижение штифта. 5,7 грамм весят серьги, 2800 рублей. И кулон 1450 рублей. Шикарненькие. Вот так вот в просвете можно посмотреть. Они видны, шарики, да? Хорошенькие. Так, следующий комплект. Здесь также комбинированное серебро с элементами золочения. Белый янтарь. Серьги весят 5,3 грамма, 2240 рублей, кольцо 17,5, размер 1330 рублей. Штифт, ну, занижение буквально на пару миллиметров, но очень много места для мочки, для проблемной мочки идеально, да, будет, все закроют. И такой же комплект, но здесь немножечко другой янтарь, он такой более насыщенного желтого цвета. Вот. Тоже очень такой хорошенький комплектик. 5,3 грамма весят серьги. Также 2240 рублей. И 1330 рублей кольцо. 17 размер. При желании можно увеличить размеры колец. В данном случае не проблематично. Так, далее следующая модель. Это серьги шарики, позолоченное серебро. Здесь нет занижения штифта. 6,2 грамма весят серьги, 2500 рублей. Так, отдельно серьги, сеточки синим янтарем. Здесь также нет занижения штифта. Серьги весят 4,5 грамма, 2380 рублей. Так, серьги мозаика. Одни остались позолоченные. Очень красивые, правда? Это ручная работа. 7,8 грамм весят серьги, 6000 рублей. Занижение штифта буквально на пару миллиметров. Здесь позолота обычного цвета российского золота. Так, следующая модель. Здесь коньячного цвета. Такой янтарь и эмаль. Синяя эмаль. Позолота. Красная позолота. 7,8 грамм весят серьги. 3500 рублей. Штифт занижен на тонкую среднюю мочку. Яркие, конечно, очень яркие. Шикарная модель. С эмалью, конечно, всегда очень ярко выглядит янтарь. Следующая модель. Это вот такие вот ананасики. Янтарные. Красота. Позолоченное серебро. 8,3 грамма весят серьги. 3200 рублей. Штифт здесь занижен. Посмотрите, в просвете какие они красивые. Они прям вкусные. 3200 рублей. Так, следующий комплект. Позолоченное серебро. Здесь уже зеленый янтарь. Посмотрите, какой красивый комплект. Просто сказка. Такая вот сеточка, вся эта воздушность и цвет зеленый смотрится очень красиво. 5,8 грамм весят серьги, 2800 рублей. Здесь шикарнейшее занижение штифта. Кольцо 1240 рублей, 18,5 размер и 19,5. Прекрасный
Комплект, конечно, очень красивый. Вот сбоку, смотрите, тоже янтарь, видите, да? Он обычного такого лимонного цвета. А спереди вот такой вот прям насыщенный зеленый цвет. Так, далее комплект. Классический комплект с красивым янтарем. Очень аккуратный комплектик. 4,2 грамма весят серьги, 1800 рублей. И кольцо 20 размер, 1470 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Комплект очень даже красивый. Так, следующий комплект — это лодочка. Комплект лодочка. Тоже очень милый, аккуратный комплект на каждый день. 3,2 грамма весят серьги, 1550 рублей. Кольцо 19 размер, 1300 рублей. Штифт здесь не занижен. Но в любом случае, если у кого-то проблема, если провисают серьги, если тонкая мочка, очень легко это можно решить именно с помощью силиконовых заглушечек. Силиконовые заглушечки мы кладем бесплатно при заказе. Следующая модель — сережечки позолоченные с вот такими вот красивыми шарами янтарными. И здесь птицы. Наверное, это чайка. Прекрасные серьги. Очень такие достойные, яркие, эффектные. 8,2 грамма весят серьги, 3600 рублей. Так, следующий комплект. Черные родии, золочение. Тоже такой довольно-таки объемный комплект. Здесь нет занижения штифта. Яркий янтарь. 8,3 грамма весят серьги, 3300 рублей, кулон 1400 рублей. Ушко довольно-таки хорошее у кулончика. Ну и при желании здесь его можно, он, видите, он такой овальный, да, его можно сделать более круглым, и тогда там уже однозначно любая цепочка туда проденется. Следующий комплект с белым янтарем. Здесь радированный комплект, элементы золочения и фианиты. Такой вот фианиты сиреневого цвета. Смотрится комплект, конечно, очень эффектно. Здесь замочек полупетля. Серьги весят 10 грамм, 4200 рублей. Кулон 1900 рублей. Тоже ушко хорошенькое, крупное. И кольцо. Кольцо 17,5 размер, 2150 рублей. Так, отдельно кольца есть. Так, тут у меня... все. Позолоченное колечко с коньячным янтарем. 18 размер, 1050 рублей. Так, еще одно колечко здесь. 19 размер кольцо. 1260 рублей. Так, следующий комплектик. Здесь серьги и кулон. Мятое серебро. Вернее, здесь комбинированное серебро. Обычное гладкое. И на шарике такие вот мятые такие... Я даже не знаю, как это правильно назвать. Серебро, которое удерживает шарик. 6,2 грамма весят
Серьги 2870 рублей и кулон 1260 рублей. Здесь посмотрите, какое шикарное занижение штифта. Очень такой необычный, интересный комплектик. Так вот, серьги будут выглядеть вот так вот. Необычно, правда? Так, следующий комплект. Здесь колечко и серьги. Такой вот комплектик. Очень нежно смотрится, правда? 4,5 грамма весят серьги. 1900 рублей. Очень хорошее занижение штифта. 1100 рублей кольцо. 18,5 размер. Прекрасный такой нежный комплектик. Так, следующий комплект. Здесь, конечно, вообще полная неожиданность. Размер колечка. Это большая редкость в комплектах. 22 размер. 900 рублей кольцо. И серьги 1650 рублей. 2,8 грамма они весят. Штифт занижен буквально на пару миллиметров. Но при желании можно будет уменьшить размер колечка. Позолоченное серебро. Так, следующий комплект. Тоже очень такой необычный. Здесь черный, здесь палладий, золочение и янтарь. Посмотрите, какой он красивый. Такой прям волшебный какой-то комплектик. 5,8 грамм весят серьги, 2600 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. 18,5 размер колечка, 2100 рублей. Так, следующий комплект: позолоченное серебро и синий янтарь. Тоже такой воздушный, легкий комплектик и очень красивого цвета янтарь. Тоже вот сбоку он такой лимонный, зеленый. И спереди напоминает планету Земля, вид из космоса. 4,5 грамма весят серьги, 2200 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Кольцо 19 размер, 1320 рублей. Очень красивый, нежный, красивый комплектик. Так, и на сегодня еще один комплект. Это, мне кажется, самый вкусный комплект, потому что янтарь здесь напоминает ириски. Смотрите, какой красивый. Здесь весь акцент на сам янтарь. Очень красивый, такой фактурный янтарь. Именно с вот этим вот перепадом. Шикарно. Я считаю, что очень достойный комплект. 5,8 грамм весят серьги, 3750 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Кольцо 3150 рублей. Оно идет разъемное кольцо. Можно разжать, либо сжать. Но очень, конечно, красивый, достойный. Такой вот ничего лишнего здесь нет. Именно весь акцент идет на сам янтарь, а янтарь здесь очень красивый. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Девочки, спасибо вам огромное за ваши добрые отзывы, за ваши добрые пожелания. Всего доброго!